Я вам не обязан представляться. Я вам сейчас что сейчас говорю? Не хочу. Я же не уверен, болеть, не болеть. Я же не могу. Смотри, ваша публика. Я все делаю по закону. Вы сейчас мне пропускной режим ссылаете. Пущу, если вы можете нарушить права других людей. Право на здоровье вы можете. Ты больной человек. Вы сейчас снимаете, я еще раз говорю. Я требую, чтобы вы прекратили видеосъемку. Господи. Я вас к нему не пущу, потому что вы не подходите. Сюда его. Я вам ничего не должен объяснять. Если вы хотите подвергнуть других людей. Не хочу. Я же не уверен, болеете вы, не болеете. Я же не могу. Так, вы сейчас просите пройти термометрию, да? Во-первых, представьтесь. Я вам не обязан представляться. В федеральном законе не прописано, чтобы я вам... Термометрия, у вас есть диплом медицинского образования? Вы находите здание суда, здесь видеосъемка разрешена только с разрешения председателя суда. У меня есть тот же решение, что видеосъемка разрешена, не беспокойтесь. Это все... У вас есть разрешение на видеофиксацию? Есть. Скажите мне, пожалуйста. Вы находитесь сейчас в здании помещения суда. Хорошо. Здесь производится видеофиксация, есть правила суда. Скажите, вот как юридический факт. Я вам сейчас что сейчас говорю? Вы сейчас засунули. Цель вашего ПДК. Третий этаж зала находится. Чуть положь, пожалуйста. Документы ваши. Молодой человек. Ну. Мне же надо все по закону сделать, правильно? Я все делаю по закону. Вы сейчас мне пропускной режим срываете. Ничего не срываю. Я хочу зафиксировать факт нарушения. Нарушения никакого нет. Здравствуйте. Вы сейчас снимаете еще секундочку. Молодой человек. Посторонних людей. Я никого не отрываю. Пожалуйста. Проходите, кому надо. Вы мне это скажите. В суд я должен пройти именно через термометрию. Так правильно? Есть постановление, и вы можете нарушить просто права других граждан, право на здоровье. Хорошо. Если вы отказываетесь от меня, я не отказываюсь, права. Я сейчас зафиксирую, что вы мне... А я как вас пущу, если вы можете нарушить права других людей? Право на здоровье вы можете... Ты больной человек. Но ваши действия я могу обжаловать, правильно? Вы сейчас снимаете, я еще раз говорю. Я требую, чтобы вы прекратили видеосъемку. Хорошо, вы потребовали. Дальше можете обжаловать мое действие в суде. Все. Перестаньте снимать. Все элементарно. Вы скажите, в суд я могу пройти только после термометрии или нет? Только? Вы хотите нарушить других граждан? Нет, не хочу. Право на здоровье? Вы хотите Хочу. Вы ответьте на вопрос, да или нет. Я могу пройти в суд без термометрии? Если вам что-то не нравится, можете написать в мое управление, можете написать губернатору. Господи, можете... я могу пройти в суд без термометрии или нет? Да или нет? Один вопрос. У меня есть указание. Ну да или нет? Могу или нет? У меня есть указание, что я пропускал маски, пропускал людей. Я могу пройти или нет? Да или нет? Ответьте просто. Просто ответьте. Как я вас могу пропустить? Не знаю вашу температуру. Вдруг вы болеете, вы задерживаете граждан. Так пускай они проходят. Что мне, граждан? Документы ваши. Вы снимаете сейчас просто других граждан, помимо меня. Я никого не снимаю. Вы должностное лицо. Вы сейчас находитесь в здании помещения суда. Но мне надо в суд пройти. Как я могу пройти? Я обязан термометрию пройти или нет? Скажите, обязан. Пожалуйста, проходите. Скажите, обязан. Есть постановление, читайте эти постановления. Там все конкретно написано. Но у меня как пройти в суд? Сейчас просто не хотите идти в суд. Хочу. Или что? Цель вашего прибытия. Изготовление, свидетельство. Пожалуйста, документы ваши. Вы сейчас снимаете вообще не то, что... Я хочу пройти в суд. Мне скажите. Есть порядок, все вот есть, читайте. Нет, скажите. Вы меня пустите? Я вам ничего не должен объяснять. Еще раз? Я уже. Простите, пожалуйста. Без термометрии вы меня пустите или нет? Читайте, пожалуйста. Отказывайтесь. Вы не отказываетесь, вы сами сказали не отказывайтесь. И проходите. Есть возможность без нее пройти? Какой у вас вопрос? Меня стопируют. Читайте, пожалуйста. Я вас все проверял. Скажите пожалуйста. Мне, пожалуйста, ответьте. Вы отказываетесь походить? Тут вот все написано, вот специально для вас. Вызовите читайте, старшего. У вас есть старший? У нас есть старший судебный пристав. Ну давайте я его. Я вас к нему не пущу, потому что вы не походите. Сюда его. Вы на вопрос не отвечаете. Я имею право пройти? Есть вот все постановление. Читайте, пожалуйста. Там вы все написано. Вы мне ответьте словами. Я имею право пройти в суд без термометрии. Здесь все написано. Я вот имею здесь право или нет?
Да или нет, от вас требуется. Вы не хотите ее проходить? Я не хочу. Как я вас могу пустить? Можете нарушить права других людей. Хорошо, я не имею права пройти в суд без термометра. Я вам еще раз говорю, вот, пожалуйста, у меня тут все есть. Вот постановление, вот, пожалуйста, читайте их. Я вам не должен растолковывать закон. Приемную я могу пройти? Я там не нарушу никого. Нет, как это? Вы когда заходите в здание, все написано в постановлении губернатора. В суд я могу пройти без термометрии? Как вы можете нарушить права других людей? Ну да или нет? Право на здоровье, право на все. Могу или как нет? Это? А вы без маски можете пройти куда? Могу. Как это? Куда? Ну, хоть куда. Пожалуйста. Если вы куда, хоть мне... куда, секундочку, если вы хоть вот куда. Вот мне, так... кроме вас, никто еще пока не запрещал. Только потому что вы... Есть постановление. Я во все суды проходил без маски, я могу видео показать. Если вы проходите в суды, в другие, мне без разницы, у меня есть указания. Хорошо, есть постановление указания, так есть я и хочу. Я же не ваши действия, я указания буду обжаловать. Вы скажите, я могу пройти в суд без маски тут или нет? Тут все написано, вы меня не читайте. Без термометрии не пустите. Как я могу? Вы нарушите право других людей на здоровье. Но вы пустите или нет? Ответьте на вопрос. Как я вас могу пустить? Не пустите. Как я вас могу пустить? Не пустите. Вот читайте, пожалуйста. Да я прочитал вот это читайте. Уже 100 раз. Если вы хотите подвергнуть других людей. Не хочу. Я же не уверен, болеете вы, не болеете. Я же не могу. Ну а вы медик уверен. Или нет? Вы медик? Как есть вы можете? Есть постановление, у нас есть другие люди, у нас есть медик. Ну давайте медика тогда. Вы же опаздываете. Опаздываю, подожду. Медика давайте. Вы же не медик. От вас просто требуется, могу или не могу, вот да или нет, сказать и потом... Все написано, я вам не должен разъяснять все постановление. Хотите подвергнуть других людей? Так, давайте вот просто, вот без всякой демагогии, ответьте на вопрос. Вы меня в суд пустите, если я не пройду термометрию? Тут все написано, я вам не должен все объяснять. Может, вы меня поймете? Я просто говорю, что он не хочет проходить термометрию. Скажите, я не хочу проходить, вы меня в суд пустите без термометрии? Нет, не пустите. То есть запрещайте. Перестаньте снимать, я вам еще раз сказал. Все? А можно вам вопросик еще задать? Масочку, пожалуйста, надеваем. Масочку, пожалуйста. Вопросик нельзя задать? Нет, видите? Пожалуйста, масочку надеваем, и я вам отвечу на вопрос. Понятно.